Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин, мы продолжаем проходить Bleach Soul Resurrection, у нас с вами дополнительные задания, и мы играем разными персонажами. Сегодняшняя серия будет тоже посвящена одному персонажу, это будет один из эспады. Для меня это остается один из самых загадочных персонажей, потому что у него очень странная техника. Это никто иной, как Бараган, или Бараган, ну неважно. Я им немножко сейчас поиграл, потому что обязательно очень нужно было поднять уровень. У нас пятый уровень у него, иначе мы в последних миссиях уже не справлялись с первым уровнем. Очень уникальный персонаж, правда. То есть сейчас все сами увидите, я так уже более или менее им разобрался. Я не знаю, вот эти миссии новые я не пробовал. Блин, забыл прочитать условия, что там было. Ну да ладно, сейчас будем уже по ходу миссии будем уже смотреть. У нас сейчас уже в миссиях идет по два босса одновременно, что вызывает определенные сложности. Его я немножко прокачал, то есть я там буквально увеличил немножко здоровье ему, там увеличил немного атаку, то есть никаких особых способностей я ему не давал еще. То есть сейчас будем заниматься прокачкой тоже, сейчас вот миссию пройдем. Очень такой вот страшненький тип, реально очень похож просто на смерть. Так, ну вроде никакого... Так, ого, что такое? За мной ворота закрылись, не круто. Так, ладно, время никакое не идет, значит торопиться особо не будем, будем действовать потихоньку. Очков надо набрать побольше, потому что нам как бы нужно прокачивать персонажа. Вблизи он очень мощный персонаж. Персонаж вообще специализируется на ближней атаке. Вблизи удары очень размашистые. Плюс у него особая способность на в прыжке выстрел. Он пускает вот такое вот облако, которое само преследует противника. И очень сильно ослабляет его. То есть в эти моменты нужно прям бить противника, который поражен этим облаком. Так, что-то по мне урона столько наносит, что-то я начинаю расслабляться, так что... Как я говорю, миссии уже не первые, так что урон здесь наносит довольно много. Регенерации здоровья у меня как таковой нет. Мне там кто-то написал, что типа, вот, регенерация здоровья есть всегда, ты просто с закрытыми глазами играешь. Вы не путайте, пожалуйста, регенерацию здоровья, которая идет по второй полоске, а по первой ее нет. Видите, у меня сейчас вот здоровье не восстанавливается. Оно восстанавливается только когда мне нанесут один удар и не наносят последующих. Ой, ох, это кто такие? Security. Еще раз немного прочитать. Security Officer Blue. Хорошо. Ой. Вот это, да. Слушай, довольно сильный. Хорошо, давайте применим способность. У него... Ну, что такое? Так, что-то у меня все повисло. А что повисло-то? Ничего не понимаю. Во. Не знаю, что это было. Что происходит сейчас. Не знаю, что... Игру немножко залагало. Потому что одновременно хотели способности применить. Вот, я использовал суперудар. Как только его используешь, то все, кто находится вблизи, начинают, соответственно, подыхать. Ну, его способность старения, то есть его самая фирменная способность — это время, которое здесь вот он использует по полной программе. Но на дальней дистанции у него, как таковой, выстрелы отнимают немного. Есть еще, как у всех персонажей, у нас есть Ignition. Так, хорошо, пойдем. Здесь у нас где-то был какой-то бонус, может быть, там жизни. Нет, там Ignition, который мне, в принципе, здесь особенно не нужен. Хорошо, пошли дальше. Куда пока идти, я не знаю. То есть у меня на карте обозначаются красные монстры. Первый раз у меня такой режим. Все уровни довольно сильно периодически друг от друга отличаются. Я не знаю, в какой момент мне начинать применять Ignition. Вот так. Нормально. Ну, подходите уже сюда, давайте. Мы с вами теперь, кстати, в сообществе душ, если вы не заметили, то есть... Так, этот бонус пока брать не будем. Я сразу применю способность.
Да, мужик. То есть буквально, видите, стоит применить способность вот эту, и все, кто вблизи, просто подыхают. Способность действует недолго, но она очень сильная. Нормально. О, здоровье из кого-то выпало. Хорошо, подбираем следующий бонус. Что такое? И тоже жизни. Вот мы пополнили наши запасы жизней. Так, тут немножко очков еще. Тут всякая мелочь, которая, в принципе, пока мне не особенно нужна. Я с вами уже сражался. Давайте убьем сразу этого офицера. Нормально. Вот и все. Реально, он очень читерный персонаж. Из-за способности старения, то есть все ближники начинают нервно подергиваться. Я, конечно, уверен, что нам прям как специально нам дадут босса, который будет сражаться только издали в основном. А такие боссы есть. Ну, благо Старк вроде бы уже был, потому что мне кажется, что сложнее всего был бы, наверное, против него. Его эти вездесущие волки и лазерные выстрелы сводили бы просто с ума. Ну, имеется в виду, что если бы мы играли именно за Рогана. Ох уж этот король, его, по-моему, еще называют, насколько я помню. Так, ну тут вроде бы как все, но почему-то у меня ворота еще закрыты. Давайте тут сейчас пошаримся, посмотрим. По-моему, с этой стороны мы еще... А, вон еще одного не убили. Да. Перезарядку способности довольно быстрая, так что она много энергии особо не нужна, не требует. Так что мы можем довольно часто ей атаковать. Все, у нас ворота открылись, так что можно продолжать наше движение. Что это все? Вы все, говорит, просто ничтожество. Так, нормально. Хорошо, пошли. Здесь у нас вроде еще стоит такая лихая толпа, которую не сказать, что очень хочется бить. А, как я напомню, последние все серии у нас доказывают, что боссов теперь два. И я думаю, что здесь нас тоже ждет два босса. Предыдущих я убивал с огромным трудом. То есть я там пока не под нормально не прокачал персонажа, у меня так ничего не получалось. Я играл за Ичимару. Гина. Блин, что-то у меня жизни уже ни шиша нет. Слушай, урон очень много наносят. Тихо. О, все, пошли отсюда. Это вообще как-то лучше не звать. Или персонаж такой, что все-таки урон наносится ему большой. Или просто не очень сильный. Мне почему-то кажется, что второе. Да ладно. Камамура. Я вообще не знал, что он тут есть. Так, нет, а можно как-нибудь с тобой лучше драться? Он сразу при своем банкай, слушай. Сразу применим способность. Офигеть. Очень клевый персонаж. Мне он. Ой. Что он делает? Что он в игре делает, я не знаю. Я знаю, что у него очень жесткий банкай, который вызывает вот этого рыцаря. Так, я предлагаю пустить на него облако. Он все-таки ближний. Хотя рыцарь меня немножко напрягает, который там стоит. Ой, мне прилетело. Нормально. Все, я применяю все способности своего старения. И так и будем бить. Жизни, кстати, у них общие, смотрите. Можно бить как одного, так и второго. Мы уже почти его убили. Я предлагаю применить Ignition. Куда он делся? Вот. Эй, а как до него добраться? Так, где наша самая сильная способность? Надо ее посмотреть и убить его. Это будет легкая победа, но... Это все-таки персонаж такой. Блин, ну за Камамуру я хочу чем поиграть. Мы же все победили? Я же не просто так сейчас Игнишн слил. Я надеюсь. Да, все, мы победили. Круто. Так, по очкам мы получили, ну, ранг С, не так уж и сильно. Но что времени слишком много затратили, или потому что урона много получили. Так, хорошо, продолжим. Ну что у нас впереди, сейчас будет вторая миссия. Но перед этим нам нужно сделать левел ап. Потому что мы получили довольно неплохой результат. Так, да, продолжаем прокачиваться.
Вот это мы все уже прокачали. Нам нужно сейчас прокачать вот это вот. Атака, то есть усиление атаки. Так, что у нас здесь? Увеличение энергии на одну ячейку. Что здесь? Здесь пока неизвестно что. Не знаю почему. Может быть уровень маленький или еще чего. Так, а здесь? Здесь тут... А, у нас, в принципе, и душ-то не хватает, чтобы это сделать. Ну ладно, уже, в принципе, неплохо. У нас в следующий раз прокачаемся. Шестой уровень есть уже, и хорошо. Но персонаж очень сильный. Я очень рад, что мне дали Камамуру. Вроде бы как у нас теперь он доступен в качестве персонажа. Так, вот сейчас будет очень сложный режим под названием «Один удар, один труп». Действует в обе стороны. То есть, и возможно, здесь будем подыхать не один раз. Так, только почему-то вот мне его все равно пока не позволили, не позволяют играть за Камамуру. Может быть, потому что маленький ранг был. Я потом попробую переиграть эту миссию уже с другого персонажа, или, может быть, когда этим прокачаюсь, чтобы получить его. Может быть, потому что я думаю, что, наверное, все-таки должны сдать за него поиграть. Не знаю, посмотрим. Хорошо. Ладно, продолжаем. Да, мы будем играть на нормальной сложности. Блин, один удар, один труп. Это очень тяжело будет. То есть один удар прощелкали и все. Это, знаете, здесь, наверное, идеально играть именно дальнику. Чтобы просто не подпускать к себе, просто валить и валить и валить их. Интересно, какие тут будут боссы. Босс, наверное, также будет убиваться. Так, мы снова с вами в сообществе душ. Ой-ой-ой, ну да, один удар, один труп. Ой, хоть на расстоянии не бьют, и на том спасибо. Ну, с этими все просто. Главное просто не подходить. Они правда могут на расстоянии ударить. Слушайте, попробовать надо блок, если что, ставить. Я не знаю, спасет ли здесь блок. Может быть, спасет. Так. Тихо, кто там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, уже чуть не попали. Мне уже прилетело. Блин, они вот сокацу свою делают. Да иди ты со своим сокацу. Я даже подходить тебе не буду. Еще кто-то есть, что ли? Не, вроде здесь никого. И я чувствую, я с первого раза не получится мне эту миссию пройти. Так, ладно. А, вот кто стреляет. Так, нормально. Ладно, пока держимся. Главное на карту смотри, чтобы они неожиданно ниоткуда не появлялись. Ой-о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 й. Нормально, нормально, нормально. Там эти крики, вопли. Ой-ой-ой, блин, близко подошел. Так можно и проиграть. Очень радует, что миссии действительно очень разнообразные. Тихо, спокойно. Так, что за это? Что здесь? А, только жалко энергия. Ладно, черт с ней. Ой, уже стреляют. Ну кого ты целишься? Ну почему ты берешь его? Да блин, а! Он в цель берет только вот этих, здоровых. А это не очень удобно, потому что мне нужно сначала других убить. Нормально. Ой, меня там уже стреляют. Тихо, спокойно.
Есть. Ой, у них еще снаряды самоводящиеся, то есть нужно еще это... Такое упражнение прям делать, нормальное. Блин, мне еще джойстик разряжается. Если я вдруг неожиданно отрублюсь, это значит, у меня джойстик помер. Не вовремя он стал у меня разряжаться. Так, ну путь у нас один. Есть. Мне так и кажется, что сейчас сзади кто-нибудь подойдет. Здесь самая, наверное, проблема будет персонажам, которые вообще не могут на дальнее расстояние нормально атаковать. Такие тоже есть. Так, ты что такое? Здесь воздается только энергия, то есть можно еще применять Игнишн, но не знаю, какой будет от него толк. Хотя у нас вроде бы коронка бьет на большом расстоянии, так что... Тихо, тихо. Так, спокойно, спокойно. Ну почему ты даешь цель мне ту? Вообще нет, это опасно. А цель не могу взять? Ладно, потихоньку, потихоньку. Ой, уже здесь, а? Есть. Так, все. Надо потихоньку, сосредоточено. Возможно, может быть, Камамуру просто здесь не дадут играть за него, но он просто был в качестве такого бонуса, как босс. Потому что у него очень необычный... Скорее всего, это из-за того, что у него очень необычный банкай. Из-за того, что он призывает этого рыцаря. Так. Ой, как тут у вас много. Нормально. Ой-ой-ой, тихо. Вы достали своим сок отцу, а? Так, ладно, здесь что? Ну, здесь только энергии, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я приплыл. Так, давайте коронку применим. Я не знаю, зачем я ее применил. И я на перезарядку ушел, а? Вот я балбес. Еще стреляют ведь, а? Да нет! Нет-нет-нет-нет! Урод, а? Так, есть, кое-как справился. Так вот, вот реально чуть в ловушку не попал. Могли убить. Сейчас вот этих убьем. И все, и пойдем дальше. Я так полагаю, мы уже потихоньку приближаемся к боссу. Ой-ой-ой. Я не знаю, что это значит, у меня почему-то жизни моргают, то есть, ну, мне Игнишн стал доступен. Есть. Все, нормально. Торопиться не будем. Ну, конечно, ты... Зачем давать мне... Это я понял, где миссия, в смысле, где моя цель. Почему мне нет другую... Миссию. Друг... Тьфу, господи, какую миссию? Что я говорю? Все, я уже договариваюсь. Почему я не могу менять таргеты по своему усмотрению? Какие-то ребята почему-то на удар не подыхают. Нормально. Правда, этот режим больше похож на какой-то тир, скорее. Так. Вот эти ребята вообще не опасны. То есть. А вот там кто-то еще стоит справа, вот они мне не нравятся. И они очень быстро приближаются, я так полагаю, это, наверное, простые мечники. А, нет, это тоже такие.
Тихо. Близко вообще не подпускаем. Спокойно. Все, здесь остался один. Нормально. Так. Куда теперь? Я так полагаю, наверх, наверное. Карта есть какая-нибудь? В принципе, можно хоть таким путем пойти, хоть таким. А давай без Сукацу, а? Офигеть, их там сколько. Тихо, спокойно. Блин, очень напрягает, что снаряды самоводящиеся. На пролом, я так полагаю, тоже не пройти. Бляха. Убили, а. Хорошо, продолжаем. Я уже по-быстрому прям сюда добежал. Фактически, честно, на пролом сейчас. Я просто пролетел на пролом, я не знаю. Мы сражаемся против Ичига. Я, говорит, тебя превзойду. И Исида еще, ко всему прочему. Вообще шикарно. Жизни полные будут или так? И еще... Руки акустики. Теперь три босса. Так, а можно мне сразу? И у меня нет игнишена. Потому что я начал заново. Так. Вообще, на самом деле, есть у меня туда один читерский удар. Это вот такой. Бляха, проиграл. Не так просто. Они реально бьются в состоянии Сида. Видели, как поливал? Хорошо. Еще раз. Попытка номер два. Я сразу сюда добежал. Из-за того, что я быстро добегаю, у меня нет игнишена. Я бы игнишеном, честно, могу положить их с одного удара всех. Все. Да, я понял, что вы тут. Я просто сейчас самоводящийся вот этот вот шар запущу. Смотрите, что он делает, а? Второй умер. Все, они все умерли. На самом деле, просто, как я вам говорил, удар просто самоводящийся. Просто подошел и все полегли. Вообще здорово. Хорошо. Так, ну что, у нас, в принципе, есть еще время. Давайте, я думаю, еще одну миссию посмотрим. Миссия будет уже из другого разряда. То есть... Сейчас, я думаю, как раз у нас там хватит немножко очков, чтобы прокачаться еще. Потому что чем дальше в лес, тем толще партизаны. Видите, как вы видите, уже по три босса начинает. Вообще, блин. Разблокировали тайм-атак какой-то, не знаю зачем. Так, здесь мы не можем восполнять жизни. А здесь нам нужно... Мы не можем дух регенерировать. Вообще... Все круче и круче. Да. Так, какие способности у нас есть? Второй раз нельзя одно и то же прокачать. Так, сюда. Увеличивать жизни. 900 нужно. О, ёперный баба, не хватит. Давайте сюда хотя бы. Здесь увеличение защиты тоже нам не хватает. Ну, не страшно. Так, ну что, давайте, я думаю, поиграем там, где... Блин, регенерировать, конечно, это будет тяжело. Реально тяжело. Здесь энергию придется так рассчитывать. Просто до ужаса. А здесь жизни. Давайте лучше вот здесь пока. Здесь будет, я думаю, немножко полегче. Хотя тоже, с какой стороны посмотреть? Все будет зависеть от того, какие против нас будут противники. То есть, если это будут, которые наносят один массовый урон редко, но метко, с ними будет сложнее всего. Потому что уж если один раз попался, то все, жизни у тебя нету, и ты никак уже их не подлечишь. Способности к регенерации у этого персонажа нет. Она есть только у Гина пока что у меня. И можно просто так побегать, пошататься, и здоровье восстановится все равно, рано или поздно. Но он у меня прям хорошо прокачан. Итак, мы с вами находимся
Так, ладно. Куча мелочи. Всегда надо... Вот, вот этим персонажам надо всегда перед началом запускать вот эту вот сферу. Она дополнительно будет хорошо валить противников. Очень неплохо будет их валить. Уж не знаю, насколько сильно много урона наносит. Ну ничего, кстати, так. Так, зона обязательная для зачистки. Ой, тут Менос. Не то чтобы я хотел сейчас с Меносом сражаться. Потому что он довольно больно пинается. Ой-ой-ой. Нормально. Тут надо вовсю применять, чувствую, сейчас будет свою способность. Так, у нас уже есть Игнишин, но применять его, думаю, смысла мало. Есть. Все, Меносов мы забили. Главное, аккуратненько. Так, спокойно. Применяем способность. Главное, к себе не подпускать. Сферу выпускаем. Все, сейчас мы аккуратненько, потихоньку их всех обойдем. Так. Все, старость, старение, время, неважно. Тупые рыбины. Все, хорошо, хорошо. Пока все нормально. Это что у нас тут? Жизни можно залечить? Да, пока не будем ее брать. Она еще пригодится. Пока все неплохо. Мы прям вообще к себе никого не подпускаем. Отлично. Ой, он еще живой. Живой еще. Что удар у нас тоже размашистый, тоже очень хорошо. Так, ну вроде бы как здесь мы всех забили. Давайте возьмем две жизни. Хорошо. Здесь что? О, Игнишин, еще один. Игнишина не поймешь, что их вообще почти никогда не дают. Тут прям подряд сыпят. Я все-таки предпочитаю всегда его на босса оставить. Потому что всегда перед боссом его применишь, а потом его как и назло и не дадут. Так, применяем. Потому что здесь слишком много. Нормально. Ой-ой-ой, прилетело мне. Да что ты будешь делать? Нормально. Еще раз применим способность. Еще бы жизни это восстанавливала штука, вообще цены ей не было бы. Хотя, кто ее знает, может потом как способность появится. Кстати, если заметили, ветка ветка талантов у этого персонажа длиннее, чем у предыдущих, которых я изучал. Ой-ой-ой. Нормально. Хорошо, пока неплохо. Три босса будет здесь, представляете? Трех боссов убить с одними жизнями. Ой, Менос. Да руби его. Хорошо. Все, от Меноса они мне ничего не оставили. Кстати, нам туда не надо. Локация, кстати, до боли знакомая. Так, применяем способность. Ой, смотрите, я в воздухе могу что-то делать. А что я в воздухе? Что я сейчас делал? Я коронку в воздухе применил. Меня, правда, покосали очень неплохо так. Так. Надо будет еще раз потом попробовать. Я не знаю, то есть я сел на трон и что-то сделалось там. Я кого-то призвал, что ли, или еще что-то? О.
все, прекрасно. Так, ну в принципе жизни еще есть, Игнишен есть, благо мы его сохранили. А, может быть здесь сейчас, я так полагаю, сейчас будет босс. Так, меня хотели взять в ловушку, но я ничего у них не выйдет. Все, прекрасно. Я просто на карте увидел, что у меня сзади меня появилась целая гора противников. Кул 163. Очень понравилась, кстати, тогда схватка, как Сойфонг сражался с этим персонажем, то есть ничего такого сделать не могла. Ну, в результате, конечно, к сожалению, потеряла руку. Но это было клево. То есть, хотя по факту, реально против такого персонажа тяжело что-то противопоставить. Что такое? Опять Игнишен. И здоровье. Итак, ну что, боссы. Я уверен, что их будет трое. Другой момент, кто это будет. А может быть один какой-нибудь, которого раньше не было. Зараки. Плохо. Нойтора. Вообще обалдеть. А, их двое. Хорошо. Так, сразу применяем все способности, они ближники. В этом мое преимущество. Вот. Блин. Вот только то, что их двое, это не дает сосредоточиться нормально, нифига. Видали, что делает? Очень сильно напрягает Зараки. Почему у меня выбирается Нойтора? Так, ладно, все, у меня слишком мало жизни. Я применяю Игнишен сразу. Ну идите сюда, идите оба. Ну идите, чего он на расстоянии стоит? Зараки как специально на расстоянии дерется, а? Ой-ой-ой-ой, меня как хорошо поймало-то, а? А ты смотри, как у Зараки-то жизнь отнимается. Потому что рядом находится. Вот только он тоже в Игнишен вступил. Давай. Так, мне надо применить свои способности Игнишена, иначе это будет плохо. Вставай, 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 вставай. Ну вставай, вставай, вставай. Есть, я применил. У меня уже череп раскололся. Так, применяем способность. Очень плохо, если он сейчас применит свою способность, это будет реально не круто. Надо зарубить его до того, как он ее применит. Да цель, возьмись. Давай, 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 давай. Еще немного, немного осталось. Давай, давай, давай. Я все еще, говорит, могу драться, говорит он. Есть. Фу, я начал переживать. Не, напряжные враги были, и с одними жизнями, с такими было тяжело. Но мне повезло, что они были ближники. И мы набрали даже ранг А и получили довольно много очков. Прикольная была миссия. Следующая, конечно, будет жесткая, потому что без энергии там чисто драться на руках, это надо, ну, имеется в виду, что очень аккуратно нужно будет использовать дух. Так что надо будет хорошо подобрать персонажа. Итак, ну что, я думаю, на сегодня вполне достаточно. То есть мы с вами сыграли три такие хорошие миссии. Они были очень разнообразные. Вот. И персонаж у нас тоже был очень клевый. Мне понравился. Ну что, спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте. Всем спасибо. Всем пока.